том, что у нас не получилось в стране его превратить в бренд. Именно внутри нашей страны. Не все тебе надо. А в нашей стране. Вот в мировой культуре удалось превратить наш авангард в мировой бренд. Ну, вы подтверждаете, что я говорю, что брендов в России нет. Надо их создать. Мы хотим любить свои бренды. Просто... И вообще там станет сложный калькулятор, то... Можете взять микрофон, потому что это промазит. Спасибо за приятную позицию и спасибо за интересную беседу. Thank you.